А, у меня тут гостья же появилась. Ко мне приехала сосиска. Прекрасная Наталья картина. Кужель, сосиску в студию. Сосиску в студии. Сосиску умотала. Она не слезала у меня с рук целые сутки. Настолько она требовала к себе внимания. Я даже заподозрила, точно ли это кошка. Что это вообще? После Мегеры, знаете, это странно. В общем, она спала со мной на подушке, под одеялком, как все расположено. И она реально не слезала с рук. Возможно, она сейчас будет нам мешать вести стрим. Но если она будет мешать, я вам ее, конечно же, покажу. Потыкну сосиской в камеру.